Итак, мы сплавляемся на каноэ. А вот он надо брызгать, да? Ни в коем случае, Настя. Если телефон брызгаешь, он сломается навсегда. Ты что сказал, свой красивый похвалять? Вот как-то так это выглядит, короче. Здесь много всякого разного интересного. И жутко холодная вода. Вот Настя говорит, что вода холодная. Хотя у меня попа в воде, я не могу сказать, что прямо очень холодно. Как ты нагрел своей попкой. А вот мы приближаемся к горкам. Вот такая вот забава. Сплавляться на каноэ. Нет, давай